На этой выставке представлены иллюстрации моей любимой сказки корейской народной «Волшебная кисточка», потому что это сказка о добре, о чуде, а я не перестаю верить в чудеса. И также здесь представлены две книги украинско-польской писательницы Ирины Котляревской, книги, которые я проиллюстрировала. Они тоже несут в себе много-много добра и веры в чудо. Ну и перед Новым годом, сегодня, в Международный день художника, мне бы хотелось бы подарить эту радость и веру в чудо другим. Именно поэтому представлены здесь эти работы. А выставка будет проходить до 31 декабря. Вдохновила любовь, я своему ребенку читаю сказки. И когда он сказал, а почему бы не нарисовать, я сказала, почему бы не нарисовать. И мы нарисовали, и вот они действительно сделаны с любовью. Поэтому я и за детские книги взялась, именно потому что я люблю это, я люблю детей, я хочу, чтобы они радовались. Я люблю взрослых, и я хочу, чтобы иногда взрослые не забывали о своем детстве и тоже могли радоваться так, как радовались когда-то в детстве. Сегодня мы в Национальной библиотеке Молдовы выставляем иллюстрации корейской сказки, а также книги украинско-польской писательницы Ирины Котляревской, где Анна Пронина нарисовала графику компьютерную. Я благодарен ей за проявленный интерес, за кредит доверия. Мы развиваем как можем культуру в это пандемическое время. Добро пожаловать на выставку.